Кирюш, у нас для тебя есть кое-что. Закрой глаза и не открывай. Одно сообщение. И ты должен догадаться, о чем это сообщение. Открывай. Догадайся. Как ты думаешь? Ребенок. Ты прав. Кирюш, у тебя скоро родится малыш в нашей семье. У нас скоро будет малыш. Мы пока не знаем, кто это будет, поэтому мы тебе вот такой намек подарили, и теперь ты можешь за ней или за ним ухаживать. Вот ты его там будешь. Ну и в честь такой новости тебе еще один подарочек. Ну что, ты рад? Ты скоро станешь старшим братиком. Старшим. Иди маму целую.